Олеся Ярославская, так не хочется тебя разочаровывать. Сегодня твоего мужа в студии нету. Но мы работаем в этом направлении, знаем, что он у тебя военный. Тут сложновато, конечно, потому что у него свой график, у нас свой. Но вот мужа нету для тебя сегодня у нас, но есть спонсорское участие. Спонсор программы «Косметика Мия», видя твои страдания, желает тебе дойти до финала. У тебя есть для этого все необходимое. Иди сюда, я тебе подарок подарю. Молодость, красота, талант. А вот у меня к тебе, Лесенька, есть одно замечание. Я тут посмотрела, вы, кажется, издевались над «Фабрикой 1» и «Фабрикой 2», делали радикальную «Фабрику звезд», я просто всем рассказываю. Так вот, Леся Ярославская изображала, кого бы вы думали? Известную ведущую? Яну Чудикову. Спасибо. Как тебе быть Яной Чудиковой, расскажи. Ну, сложновато было, но я очень старалась, чтобы тебя не обидеть. Вы знаете, вот я знаю, как я себя чувствую на своем месте, но я не знаю, как бы я чувствовала себя на месте Леси Ярославской. Особенно зная, с кем ей предстоит выступать. Это же замечательные артисты. Группа «Хай-Фай»! Шариком. Но я ничего не решаю. Все решает наш замечательный педсовет.